Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию пошив грелки в стиле лоскутного шитья на жаропрочный заварочный чайник. Вот на такой чайник мы сделаем сегодня с вами выкройку и пошьем для него грелку. Чайник объемом 500 мл. Вот так будет выглядеть грелка. Как видите, она выполнена в технике сумасшедший квилт. Внутри она выглядит вот так. Она полностью закрывает чайник, соответственно, она будет хранить температуру воды в то время, как чай будет завариваться. Погнали! Итак, для мастер-класса по пошиву грелки на чайник нам понадобится карандаш, бумага, линейка, ножницы, сам чайник. Выкройку я построю за кадром, потом я вам ее прикреплю в конце видео. Ткани всякие разные, какие есть. То есть получается у нас утилизация. Тут мелок, иголки, зажимы, наполнители, ХБ-наполнители. Это кусочки синтепона у меня будут. Это то, что осталось от предыдущих проектов. И я буду их тоже укладывать внутрь, между слоями. Итак, сказать, была сделана куча макетов от смешных до больших. И в конечном итоге вот что у меня получилось. Соответственно, сейчас мы все примерили, все у нас хорошо получилось. Чайничек там прячется. Понимаем, что она идеально подходит для этого чайничка. И, соответственно, сейчас мы вот это все отрежем, сделаем выкройку и приступим к собиранию элементов. С этой выкройкой мы будем работать. Пока мы ее откладываем, шить мы будем в лоскутной технике. Есть куча всяких тряпочек, которые остались от предыдущих проектов. Вот с ними мы и будем работать. Одеваем наш чайничек. В качестве наполнителя я использую вот такое иглопробивное полотно. И у меня оставались вот разных проектов в свое время вот такие кусочки синтепона. Я просто их вот выложу не хаотично, а вот в таком порядке. Еще вот они есть. То есть это все будет прошито, никуда ничего не съедет. И вот такую, допустим, возьмем еще такой кусочек. Вот так. Все закрыли. Сверху закрываем тряпочкой. Это основа, на которую будет нашиваться лоскутки. А лоскутки мы будем пришивать в технике Crazy, сумасшедший квилт. На основу выкладываем тканюшку какого-то. Допустим, ну пускай это будет квадрат. Это может быть и треугольник. Это вообще все что угодно может быть. Ну, не круг только. Сверху кладем ткань. И теперь будем нашивать на каждую сторону хаотично кусочки разных тканей. Лишнее отрезаем. Расправляем. Переворачиваем на другую сторону изделие. Заранее я его сковала, чтобы он не смещался, потому что там синтепон разных размеров, кусочки. Поэтому, чтобы он никуда не смещался. Кусочки могут быть разной ширины, разного размера. Соответственно, вот видите, вот этот кусочек ткани, он у нас поуже. Так, шов разравниваем, лишнее опять отрезаем и теперь нашиваем вот уже на эту сторону. Так, опять раскрываем, шов пальчиком проглаживаем, лишнее отрезаем и так по кругу. Теперь идем вот на эту сторону.
И опять наши действия. Шов разглаживаем. Сейчас сюда кладем. И так по кругу все 4 детали. Ну вот что и в итоге у нас получилось. Поэтому ничего выравнивать не будем, обрезать, потому что это у нас заготовка под выкройку. Итак, в работе у нас вторая часть. Опять выкладываем хлопковое полотно, наполнитель. Потом выкладываем синтепон. И сверху ткань основы. Начинаем шить сегодня, сейчас вот с такого маленького желтенького прямоугольничка. И вот что у нас уже с вами получается. Это же своего рода еще и утилизация ткани. Потому что вот все эти маленькие тряпочки, которые остаются от каких-то других проектов, все можно включить сюда. Если, например, не хватает нам какой-то ткани, а хочется нам, вот, допустим, сейчас зелененькую поставить, да, а у меня ее мало, я возьму, просто сошью 2 кусочка, и стык будет незаметен. Если прикинуть выкройку, то мы видим, что мы еще немножко не попадаем. И вот так как-то она у нас будет. То есть еще чуть-чуть, и мы у финиша. Все, выкройка наша помещается, все отлично. Теперь шьем еще 2 части и вернемся, будем соединять. Ну и показываю, что у меня получилось. Вот такие у меня получились детали, 4 штуки соответственно. И сейчас что сделаем? Я возьму выкройку и буду обводить так, так и так. И потом, соответственно, на 2 еще. Так, обведу я. Так, мелочком обведу. Обведу, оставим припуски на швы. Потом по этому мелку я дам строчку. Но это только для того, чтобы никуда не съезжали, ну, не съезжала вот эта ткань. Потому что, видите, вот она как бы оттопыривается. И я вот просто с крупными стежками вот так пройду по этой, по наметке. И все. А вырежу я детали с припусками на швы.
Все у нас помещается, развернем. Попробуем вот так. Так нам больше нравится. Вот как-то так получилось. Все, сейчас вырежем с припусками на швы, пойду строчку до этого. Ну, давайте теперь стрижем. Вот что у нас получилось после вырезания. Сейчас на машинку и соединяем. Скалываем детали лицом к лицу. Вот как раз вот по этой наметке. Вот то, что мы с вами делали. Так, соединяем их и даем строчку. То есть сейчас иголочками сколем. Вот нашли здесь вершину. Той строчке, которую прокладывали, здесь соединили. Теперь снизу то же самое сделаем, здесь. Так соединяем все четыре части: сначала эти две, потом вот эти две, потом раскладываем лицом к лицу, вот так вот. И потом будем отмечать вот здесь. И прошивать потом так. Прошиваем. Мы потом высечем вот эту толстую, ну вот этот толстый край, как бы нам его не надо в этом месте. Чтобы вот этой толщины потом здесь не было, вот это подрежем поближе. Даже можно сейчас это сделать. Близко к строчке подрежем, ткань не трогаем. Ну вот так. То же самое с той стороны сделаем. Тоже уберем это лишнее. Ну вот так вот прошила, обрезала лишний наполнитель. С обеих сторон, здесь и здесь. Сейчас буду прошивать вот так. Соединю две детали, буду прошивать вот так. Тоже уберу лишнее. Ну вот сейчас тоже вот эту толщину высечем, уберем ее всю. Сделаем. Ну вот так выглядит уже наша грелка. Внутри это выглядит вот так. Я дала отделочную строчку с двух сторон от шва. Вот так по этой и по этой стороне. И на чайнике он будет... Она будет выглядеть вот так. Сюда какой-то бантик еще сделаем, чтобы можно было брать смело и снимать, одевать. Вот, нам осталось сделать подклад. Подклад, и потом обработаем вот этот край. И грелка на чайник у нас будет готова. А пока это вот выглядит так. Техника сумасшедший квилт. Вот видите, он так хаотично нашито. Очень оригинально смотрится. Продолжим.
На подклад у нас есть вот такая ткань. Такая тканюшечка. И сейчас из нее мы выкроем 4 детали. Припуски сделаем совсем небольшие. 5 миллиметров оставим буквально припуски. Этого будет достаточно. Троим. Карандашиком обведу. Теперь вырезаем. Сейчас дадим строчку по вот так вот по этой стороне и по этой стороне. Ну и вот что у меня получилось. Я вставила подклад уже в грелку, выправила здесь все, все подтянула, все хорошо, там все плотненько, все, подкладка соответствует грелки. Теперь можно прихватить в некоторых местах и, ну, вот здесь, допустим, прихватить на живульку, даже иголочкой. Тут у этого шва прихватить. Ну и вот так получается все хорошо. Сейчас нужно прикинуть, сколько убрать нам вот здесь. Вымерили, посмотрели по от этой строчки. 5 миллиметров оставляем, обрезаем и обрабатываем этот край, и домик для чайника у нас будет готов. Сейчас обрежу, еще раз померяем, посмотрим. Измеряем дно грелки. Пятьдесят семь на 8 вырезаем вот такую вот, вот такой кусочек ткани. Сейчас его пополам складываем, его заутюживаем. Сложили пополам, заутюжили. Теперь будем пришивать вот по этому краю. Вот так пришьем. Вот здесь пришьем. Потом отогнем на ту сторону, на изнаночную, и по изнаночной стороне уже прошьем. Убрали приставной столик, и вот таким образом будет пришивать удобней. То есть мы грелку одели вот на эту часть машинки. Теперь опускаем лапку. Здесь у нас будет строчка. Двигаем иголку. Так, и начинаем потихонечку шить. Там у нас иголки, потом по мере того, как будем к ним подходить, будем эти иголки убирать. То есть смотрим внимательно. Подходим не до конца. Обрезаем нитку и соединяем в кольцо вот эту ленту. Лишнее обрезаем. Опять же раскладываем на две стороны и продолжаем пришивать. Прошлась иголками, закрепила этот край. То есть сейчас можно либо руками, либо на машинке. Давайте попробуем на машинке прошить.
Делаем закрепку. Отрезаем нитку. Грелка наша готова. Вот как это выглядит. Есть в лоскутном шитье замечательная техника, придуманная самыми бережливыми и экономными рукодельницами. Из вороха разноцветных обрезков ткани, ничего не выкраивая, можно создать что-то полезное, оригинальное и красивое. Так и мы сегодня с вами сшили яркую и оригинальную грелку на чайник. Шейте с удовольствием, и пусть у вас все получится. Всего вам самого доброго!